Всем привет! Сегодня поделюсь своим опытом, как выбрать масляный фильтр для своего мотора. Я скину номера запчастей в это видео, смотрите там. И также расскажу про масляные фильтра. Как же все-таки их выбрать и какой лучше поставить, какой будет действительно фильтровать. Я подготовил один из этих масляных фильтров, разложил предварительно таким вот образом, чтобы сравнить разницу. Пробовал я много масляных фильтров, результаты у них совершенно разные, сложно какой-то рекомендовать, но есть у меня уже предпочтение к масляным фильтрам, которые я бы рекомендовал, которые бы вообще не рекомендовал. То есть давайте посмотрим на эти два фильтра повнимательнее. Сейчас я их положу поровнее. Сейчас они ровно лежат. Нет, вам не кажется, ровно лежат. У одного масляного фильтра есть справа выступ такой, у другого белого здесь такая матерчатая прокладка. Вот этот фильтр немного шире по своему фильтрующему элементу. Вот я их положил достаточно ровно. Сейчас я подгоню. Вот смотрите, разница есть, видите? То есть порядка здесь 2-3 миллиметров за счет вот этого вот выступа. Здесь выступ пластиковый, здесь ткань такая вот. Итак, перечень фильтров я скину в описание, и мы проверим один из этих фильтров, как же он фильтрует. Так как я повторяюсь, я много раз использовал разные фильтра и остановился на одном фильтре, и соответственно могу вам что-то уже порекомендовать. Так, давайте посмотрим масляные фильтра, вот эти вот, повнимательнее. Здесь, как я и говорил, здесь вот такая вот прокладка, здесь просто пластик. То есть сами понимаете, что вот этот пластик, он не дает никакого уплотнения в принципе. Здесь материал, то есть фильтр закручивается, он дает уплотнение. Здесь, смотрите, то же самое, материал, уплотнение. Здесь пластик, то есть снова пластик. Здесь даже не резинки стоят, а пластик. Все вот это пластик. То есть бывают вот такие фильтры, бывает, что здесь стоит резинка. Здесь тоже резинка. Фильтр до установки был такого цвета и после установки такого же цвета. То есть цвет он не поменял. Сейчас моем здесь фильтр. То есть этот фильтр эксплуатировался на обычном моторном масле. Вот видите, фильтр начал краснеть и проявлять цвет. И смотрите на... Вот здесь у меня бумага лежит, с него идет грязь. То есть вот этот фильтр реально собрал весь шлак. Вот это промывочный фильтр, назовем его так. Я промывал двигатель, у меня есть видео на канале, я скину его в описание, смотрите здесь. Вот смотрите его состояние, он как был, можно сказать, новый. Вот в таком состоянии после трех промывок я его достал. То есть здесь вообще ничего нету,
но и сам фильтр выполнен из другого материала. Вот эта тара у меня почищена, то есть смотрите, здесь остатки масла остались, то есть видите, мелкие-мелкие вот эти вот частицы, они здесь как бы плавают. Здесь фильтр более ворсистый. Вот, видите, здесь прослойки вот такой вот грязи на нем. Итак, для того, чтобы вкрутить этот фильтр, его необходимо поставить в крышку масляного фильтра вот таким вот образом, вот так вот, и до определенного щелчка. После этого нанести сюда новое моторное масло, вот сюда вот по контуру, по всему, и закрутить масляный фильтр. Если вы не уверены, вы можете выкрутить и посмотреть, не повело ли, не согнуло ли вот таким вот образом масляный фильтр, так как вы нарушите циркуляцию моторного масла, то есть насосу будет сложно пробивать вот этот вот материал. Возможно, выскочит ошибка по давлению масла. Если вам это видео было полезно, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Всем пока!